Приходи ко мне. Папара-пара. Персик. Папара-пара. Папара-пара-пара. Пара. Ой. Как, на всю? Ну, как хочешь. Это что у нас, эволюция человека, да? Да. У меня тут 4 мира, у меня первый. Угу. Первая эпоха водяной, вторая эпоха, а это природа, третья эпоха, я выбираю киборгов. И у меня следующая, я выбираю птиц городных, ну вот этих городных, у меня космос. Оп. Тут надо соединять и лопать. Тоже нету. Власти нет магазина. Ну ничего, будет интернет, будет магазин. Да. Наш настройки. Да. Зачем тебе настройки? Магазина тут вообще в игре нету. Смотри, где тут кнопка? Не знаю. Ну вот, там должны какие-то улучшения быть. Когда? По голове мне не дай. Ой. А мне она... Тут ДНК есть. Самые первые существа — это ДНК. ДНК? Ну, вот не видел, не появился здесь. Здесь побольше как-то. Я даже на Луну только добрался. И это я засуну, пока вы подпишите. Вот. ДНК. Тут написано ДНК. И это ДНК вот тут. Привет, Бубу. Отдыхай, Бубу. Я не дам ДНК никому. Отдыхай, Бубу. Я не отдам. Вов, ты не спать? Я не отдам свою ДНК. Бактерия. Амёба. Растение. Ракообразные. Ракообразные. Рыба. Все. Я прочитаю потом. Всем сто раз будет. Бактерия. Вот такие они разные. Чудики. Амёбы. Мы что-то запрыгались тут. Пора куда-то в парк сходить вам. Пора. Растения. Прям хочет куда-то сходить. Прям как хочет. Ой, как они ароматно пахнут. И там растения, как приятно. Ой, женок. Ракообразный. Ой, какой хороший. Ой, не надо куда кусать, а то не люблю, когда меня кусают. Попробуем все пузырики. Я думаю, что на компьютере будет где-то магазин, если что. Приедем, я скачаю. А это забыть посвязаться. Ускорение пузыриков нет, зато кристалла мне не надо. Кристалла да что-то нужно пока. Пью. Это тебе бодрит. Ой, рыбки, правда. Наконец-то тут что-то живот. Что-то живот появилось. Ну, это уже часть самёбы. Ой, рыбки, правда. Буй, карасики. Ой, мёд ослабляет. Нет. Чё? Опа!
Рептилия. Как надо кого-то вывести нам. Я не в город собрался вообще. Я вообще не в городе буду жить. Я на... Кто интересно самый первый человек? Не думайте, что это я потом вспомню и скажу. Не буду меня смучить. Помню, но потом, в конце вспомню. Ой, а ты видите, Рептилия. Это заруза, в которой мы были. Сейчас мы опустимся. А как много у тебя игр уже всяких с эволюцией и с монстрами. И с, вот это вот новенькое, то, что ты мне включал, помнишь? Вот это последнее, по-моему, да? Да? Не последнее. Не последнее? Я еще качал. Да? Ну, с вот этими монстриками, вот сиянями. Ага, ну. Это последнее. Не птия. Сейчас столько игр. Что? Столько игр у тебя с эволюциями. Эволюциями. Я так и говорю. Мне не так кажется. Начну с этого. Да. Я хочу, чтобы все подписчики знали. Тут слишком сложно для меня. Пока до слова. Ихтиостега. Это ихтиостега. Вот это наша первая. Следующая. Рептилия. Рептилия, да. Значит, я перепутал. Там. Приматы. Приматы, это я знаю. Проглодит. Троглодит. Троглодит. Античный человек. Я знаю некоторые. Троглодит, да. Троглодит. Троглодит. Современный человек. О, как он был. А потом мне... А вот это я потом скажу подписчикам. И вот это, да. Угу. Троглодит. Угу. Ага. Примат — это такая, правда, обезьяна, если кто не знает. Я тоже раньше не знал. Но когда скачал эту игру, начал играть и узнал, вот и играю. И знаю. А знаете, что есть пост-человек. И он сам, он последний будет. И после него что будет, я вам потом расскажу. Я себе историю как хочу выбираю. Я себе сама первая выбираю. Только странно, на бардуске тоже не дали опять. А говорит, что дадут опять. Кого дадут? Ну, кто в первой эволюции. Мы по себе эволюции. Mm. Я... Ну, дают немножко. Мне даже монстр эволюции тоже не давали это. Даже три эволюции раз. Что-то не захотелось. Да? Ой. Новый. Ничего. А? Ого, там прикольно. Так так дешево. Ну, да. Ну, я бы А. Как это вкрыло? Угу. Нас у меня есть миллиард. У меня 4 миллиарда. Ну не знаю, можно на приставке играть в нем. Ну типа PlayStation. А? Да, круто. А я никогда не играла на PlayStation. Ну не знаю, нужен такой телек или нет. Я попробую. Лов. Чисто перебиться, да? 8 кристаллов дорого. А так все равно надо будет покупать, да? Еще одну рыбу куплю себе. Я себе еще одну рыбу покупаю бы. Ну. Ну, можно сейчас купить в спальню такой телек, а потом убрать его, допустим, на кухню, а в спальню купить с этот смарт-ТВ или как-то. О, Митя соединил.
короче, мне пиво из пиастега. Вот наша... Ой, нет, я не буду 5-2 креста разводить. У меня вообще все 5. Это у меня миллиард. 4 миллиарда 2 и 20. Наверное, 20. 4. Вот нас и птица. Ихтиостега. Кто такие ихтиостега? Понятия не имею, Мирчик. Не могу все я, по-моему, знать. Помню, это динозавр, который вывез из воды. А это что, тоже динозавр? Интересно, что будет после космоса? Не знаю. Я выбежу. Первые. Да. Кто там? Там были роботы и гадводные эти микробы. Трогранины. Это же боушные, правильно? Они хранятся трогранинами. Она трогранинами. Ну, античный? Лучше доплатить немножко. Античный человек. А тебе надо человек. Прям сейчас? А? Ну, это тоже за смарт-ТВ или нет? Ну понятно, а ты дверь закрыл железную? А я ничего не могу. Точно? Ну понятно, Вася, зачем смарт ТВ? Ну как бы они пенсионеры, зачем им? Иди сюда. А? Ну у них же нет смарт ТВ, у них чисто Теле 2 приставка, правильно? Ну а и он им и не нужен, за что они будут разбираться, сидеть в технике, на они. А? А вот 18 050. Ага. Мне как будто бы. Еще один. Ну, в принципе, ты можешь и такой купить, просто чуть позже. Трагранит. Так уже нормально сразу. Трагранит. Это трагранит. Ну да. Нет, он какой-то был плоский, он какой-то другой был заградит. Зато он так много монеток дает. Он, когда я трачу монетки, они наоборот, и у них больше становятся, и они вообще не тратят. Угу. Вообще круто. О-о-о-о. 8000? В смысле, это Xiaomi мне сказал. А? Ну, так у меня Xiaomi. Ну, 8000? Телефон? Так. Скоро у меня тут. Ну, в Донецке мне бы этого еще хватило, потому что у меня для Донецка телефон нормальный, не устаревший. А для здешних мест это, ну, уже не алло телефон. Я его когда покупала для Донецка, он был классный. У многих были куда хуже телефоны, даже новые. У нас есть. Что такое? Вон, микробы тусы. Да ну блин, надо, чтобы памяти было, как вот мы обсуждали с тобой. Больше там... сотни гигабайт, 200 с чем-то гигабайт. А мне тоже очень и много. Будет вообще круто. Слышишь, Вов? Чтоб не заглядать. Снимаешь себе спокойно и не заглядываешь, о, сколько там у тебя есть памяти, нет памяти и так далее. Мне тоже столько надо. Угу. И чтоб камера я была нормальная. Потому что здесь камера хорошая в телефоне, но я не могу ею пользоваться. И снижаю качество, потому что мне не хватит тогда памяти снимать, понимаешь? То есть вроде и камера хорошая, но все упирается в то, что мало памяти. Слышишь, Вов? Ну вот. Хорошая память.
А YouTube еще подъедает качество, у меня вообще омерзительная съемка получается. Я вообще-то гранита хочу купить. Тогда гранит. Ой. Ага. Ну вот, ну купишь со временем. Ты помнишь, как вот эти? А на нее надо скачивать игры или покупать? Я ж совсем дуб дерева. Мне когда-то приснился сон, слышишь, Вов, что купили вот такую мы приставку, и я сидела, разбиралась, как же в нее игры-то это самое, понял? Мне вот такое снилось. Ох, вот спать хочется. Античный человек. Что построен, античный чудик ты мой. А я вообще что-то прикуплю. Еще одного античного человека. Не купил. Нет, надо и... Оп. Да вот, становится, мама, когда не покупаешь. Угу. А мне что-то купила. Два античных человека. Угу. Подписчики. И угадайте, когда еще будет. Оу! Самый медный человек. А я вообще не его куплю. Я вообще просорну так. Будущее вам... Это я с тобой, это с тобой было, наверное, интересно, это где-то. Угу. Вот. Два современных человека. Я вообще ничего не против. И просто собирал монетки. Угу. И что тут за пузырьки? Любые классики. Угу. Третья эпоха. Показываю. Вот. Нет. Третья эпоха. И, так и быть, сейчас расскажу вам эту эпоху. Так. Киборг. Киборги дальше были. Офис. Бот. Ядерный человек. Ядерные люди, да, если были. Да-да. Модель. Пять. Модель пять, да, если были. Это смарт-часы прям, или это чисто браслет для них? Два. Да. Не поняла? Два. Ну, есть акция на ходе, как Ну, часы я хотела, конечно, да, давно. Чтоб там шагомер был, вот это все. Я вообще ничего не понимаю. Трансгуманист. Слышишь, Вов? Транс? Я говорю, хочу, чтоб шагомер был в часах. Слышишь? Сильно. Браслет вот этот хочу. Транспорт гуманист. Дальше. Пост человек. Пост человек. А дальше что было, я потом расскажу. Как типа обложки продаются как блютузовские, я поняла, на телефон. Обложки? Да, не поняла, а что они блютузовские. Я ничего не поняла, сейчас я припомню. Опа. Привет, мам. Пошла. С этим будет. А, я что, просто? Ножку придери просто. Он был глупый.
воно скара. Ну давай, ще минут 10 і все. Это эволюция человека. Да. Все видео эволюции человека. Ну, остальное, значит, давай следующую эволюцию завтра, если хочешь. Или расскажи о них просто. Что давай. Там? Думаешь, я можешь стеблю. Просто сказать. Ну, то есть люблю, давай уже завтра тогда. Хорошо? Да. Это что хотела сказать? Ты можешь просто сказать, что ты хочешь снять какую-то игру и снять ее. Да, я хочу. Это я хочу тестибью следующий раз снять, подписчики. Угу. Ты можешь просто сказать, да, и вот прекрасно взять у меня телефон, пока что подумаю, снять себе игру. Как ты можешь снять? Пока ты что-то делаешь? Да, тоже можно взять, попросить и снять. Так же тоже можно. Ну ты же что-то делаешь там. И в телефоне я имела в виду. Я готовлю, стираю, убираю, еще что-то делаю. Ты можешь на телефоне просто снять игру, которую хочешь, если есть такое желание, такой позыв. Я тебя хочу с тобой более, конечно, сыграть. А вообще, это вообще говорю на будущее. Можно же так сказать? Можно. Меньше не бывает рыки. Я говорю, что меньше не бывает у меня пузырьков. Я даже не знаю, чего там у них создавали, этих пузырьков больше. Рыбку купил, но я не терплю. Сосками. Ничего не поняла, гиптия. Ой, я ничего не поняла. Что-то все осталось. Да-да-да-да-да. Поисы попались. Чудики. Там-па-там, там-па-там. Сейчас закупим с ним подписи. Шоппинг сделаем мы. Шоппинг ядерных людей. Транспорт гуманист. А вам не пора гуманисты? Поплясать гуманистам. Да, мы купим. Много мне так подсадило. Я всего детки подсачу, которые я смогу. Где вас подписчики? Что значит, я вас трачу? Дзинчик такой. Он дает много монет довольно. Ну я еще больше могу сказать. От разумной руны. Ну нет. Я только это могу показать. И все. Не хочу супер.
Давай, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать, девять, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать. Да. Ты маленький чудичий. Чудовище, в общем. Парам-парам-парам-парам. Наградит. А с 11-ку. Накупил я, накупил. Ой, много накупил. Траградит пыль. Я как будто не соединяю, а покупаю. Да, 2000 попробую насобирать. Тебе монету? Немножко подлопать. Слышали. Все понятно. Про контрайлы. А что? Где контрайлы? Ну точно надо про контрайлы, что там творит. Не буду контрайлы. Все хочу, не надо себя оторвать, а то из себя. Все хочу. Это ум. Это не ты. Ой, чуть-чуть.
кстати, знаю еще одного современного человека. Покупаю современных моих людей. Оп, оп. Ядерный человек, а напиток вкусный у него. Долго это еще? 30 минут уже. Угу. Ой, я хочу ускорить. Я хочу пост-человек хочу себе. Сколько сдачи? 300 часов. Там мы хлеба дачи монетки мы себе. Ой, 10, мама, я 10 штук купила. Ого, мама, я сейчас так шопинг целый сделала какой-то. Я уже делала шопинг, даже 11. Случай было. Знаешь, 1000 прям взял. Еще штучек себе накупить. 1000. Судя бы 30. Это мой максимум 30. На 20. Это мой самый маленький максимум. Это самый максимум. Это 10 самый маленький максимум. О. Я это делаю, я делаю, и ты не пойму. И чё, я глупенький? Ты не глупенький. Я не глупенький, я же не говорю, что я глупенький. Угу. Ну так 32 минуты снимаешь, 33. 333 буду снимать. О, нет. Надо садить воздух. Пути-пути. 5 минут и все. Хорошо. Только проигра. Кто хочет, я могу очень долго видео снять. Конечно. Не за один раз только. Ничего поздно. Современные уже. Люди не такие трогодиты. Еще одна лептина. Ептия. Вот и Ептия.
офис бота игру Пинтук. А то вот такой игру Пинтук. Оскара. Ты уже показывала своего человека? Да. У меня есть и бой с существо. Она называется Разумная Руна. Я сейчас покажу. Вот она, моя Разумная Руна. Смотри, сколько она монеток дает. Самый у нее максимум маленький. Это вот сколько. А самая большая. Она очень много дает. Довольно монет. О, дорого. Это очень дорого и усидчиво. Даже лосидчиво. Лопосидчиво. А вторая по бубу. Вот она, лапа бубу. Бубуха. Все, закончил. Ну, а совсем давай, наверное, с рука. А надо лапку убрать. А вот так тебе. Я еще подсобираю монеток. 3 минуты. Оп. Много мне монеток, смотри. Давай с этим буду. Тик-ток и плоска. Ты кого-то покупаешь, кстати, в одетке? Да. Да? Да. Иди, какие-то значочечки. Сходи. Какие-то заградинка. Рыбочку можно продать, купить. Рыбку на. А где она? Вот она. Ну, купи в нее. Я капотека. Оп. Нет, мне уже что-то не очень надо быстро покупать. Не надо перерыв через перекупки. Подписчикам. Подписчики, спокойной ночи. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и делайте комментарии по играм. Все темы про игры надо написать. Еще по 60-20 килобаксиков.